Тоже меня сегодня порадовало, на самом деле, то, что сегодня происходило утром. Да, то есть сегодня нанесение очередного удара. То есть, во-первых, удар был нанесен по, опять же, по энергосистеме. Разобрались с ПВО. А, значит, очень серьезно нанесен удар по интернету. Да, система коммуникации тоже должна запрыгать. То есть не надо нам оставлять возможность управляться извне по системам коммуникации. Но что мне не хватило, это оставшиеся мосты. Это львовские... Значит, Львовское депо, там, где вагонная, локомотивная, перегрузка, все. Да не должно его существовать. Не должно. Это где